только живая душа. Слезы с кровью смешались на лапах, ах, как Нюрка была хороша. Самый тоненький чуяла запах, плачет Нюрка, а птица летит. Боевая железная птица, плачет Нюрка, себе не простит. Но ведь плачет и все ей простится. Гладит Нюрку родная рука, ей лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолетный врезается пол, высеченное Нюркино тело. Сотню раз она чуяла тол, а в 101-й чуть-чуть не успел. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, и хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном. И ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела, на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзьям, обмотали бинтами сапера. Он сказал: мне без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, их вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа. Слезы с кровью смешались на лапах, ах, как Нюрка была хороша. Самый тоненький чуяла запах. Очень много людей, которые были в Афганистане и не в одном месте перемещались, то я хочу спеть песню, которая называется «Афганские гарнизоны». Ну, конечно, все афганские гарнизоны, спасибо, Льва Федоровна, перечислить невозможно, но хоть те, которые более-менее знали, либо с ташкентской пересылкою, последнюю бутылкою простились, и айда! Воздушным сообщением в другое измерение, в другие города. Кабул, Кабул, Эрзавгул, Дарул-Аман, где чуть живой от скуки штаб сороковой, аэродром, небесный гром. Комдив с чекушкою и прапорщик с ведром желал волшебный сад меж двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой. Спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк витает в небесах. Кундуз, кундуз, не хватит муз, чтобы поэта объявить тебя прекрасным, вдохновить. Но зимой мороз, весной понос, и круглый год житель не жить, один вопрос. Газни, газни, кругом огни, бьют дышака издалека, и минометы с бугорка. Бери за ум, гони ханум, без темноты она не стоит этих сум. Гордес, гордес, пыли дай небес, качают духи головой перед бригадой штурмовой. Но за рубли в такой пыли
Мы сами духи продохнуть бы не смогли. Шиндан, шиндан, здесь мало банд. А тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат. Но здесь оклян госпиталян, где много баб, а с ними пухом нам земля и Кандагар. Сплошной угар. На черной площади броня горит среди ночи и среди дня. Но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ведром. Вечерний свет, вечерний свет в горах погас, в ущельях сыром и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Пусть оставались мы не раз в ущельях с ней наедине, но не на склонах, ни на дне война не понимала нас. На гребне высланы посты, их поменяют через час. Война глядит из темноты, она не понимает нас. А мы опять не жжем костры, а мы уже не тужим глаз. Война не понимает нас, иначе вышла из игры. Вечерний свет в горах погас, в ущельях сыро и темно, вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Вода во флягах, как вино, война не понимает нас. Песня называется «Советник Жуков». Я несколько слов о советниках скажу. Все-таки, как бы не тяжело было сражаться в войсках, но когда среди своих это одно, а когда все-таки среди не своих это гораздо, по-моему, как-то страшнее. Ну, не знаю, гораздо, гораздо. Но тяжело. А у нас были советники, значит, в афганской армии. Были партийные советники, были комсомольские советники, которые сидят вот там, вот Коля Комиссаров и компания. Да. Это вообще сумасшедшие люди. Они туда, в общем-то, без всяких документов поехали. Не было даже никакого официального решения о том, что туда поедут комсомольские советники. И они лезли туда, куда надо и куда не надо. Почему среди них много погибших и раненых, много. Были советники по линии КГБ, сегодня присутствует у нас вдова одного из них, Любовь Федоровна Рутюнян, дочка его. А советник Жуков, песня родилась еще когда шли афганские события, и Жуков живым, что мы очень удивились, вернулся из Афганистана, и его потом назначили куда-то на службу в Ленинград. И вот мы его провожали, в том числе был и легендарный полковник Хабаров, который израненный и второй раз служил в Афганистане, уже вроде инвалидом, но служил. Вот. А потом попал в тюрьму, якобы за попытку государственного переворота. Да понятно, что сняли, куда еще деваться с сволочам этим. Вот. А Хабаров про Жуку сказал очень хорошую фразу. Ты знаешь, говорит, по-моему, это единственный из пехоты, за кого даже десантники пьют стоя. Ну вот, песня называется «Советник Жуков», а написал я ее еще тогда, когда шла афганская война.
Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в афганском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку сбунтовались солдаты и ждали его во дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень деревян, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дувалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклинали, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел, в экспрессе Москва-Ленинград. Мир тот же из крови песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны. Владимир Маковей, 345-й легендарный отдельный парашютный десантный полк. Про него еще будет сегодня песня, Володя, но он просто подтвердил, что я не просто так вам сказал, не обманул. Он выпил стоя, хотя он десантник легендарный, а пьет за пехоту. Но за Жуков. Она становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит, опять хохочет медсестричка и режет сало замполит. А над палаточным брезентом свистят то ветры, то свинец. Жизнь словно кадры киноленты дала картинку наконец. О чем задумался начтаба, какие в явь увидел сны, откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. А хорошо сестра хохочет от медицинского вина, она любви давно не хочет, и в душу глянула война. Эй, замполит, плесни помалу, теперь за родину пора. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Володя, а вот теперь можно про мой любимый, вот у меня значок даже его, который Валера Востротин снял себе и отдал, 345-й отдельно парашютный десантный полк, где была и 9-я рота, и в начале войны, и фильм, который я считаю ужасный и дурацкий, тоже 9-я рота, но 9-я рота в конце войны. Хотя она далеко не вся погибла, там погибло 6 человек, и то это были огромные потери.
в 9-й роте это такое было. Редкостью, а может, никогда не было. Из Бамиана нас вытаскивал, да? 9-я рота. Итак, 345-й полк. Обними с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были молоды, пограли, как свистели пули у виска, как сверкал по пламя, словно знамя 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя 345-го полка. От Саланга и до Бамиана лезли мы по трубам облака. Сквозь рассветы алые, как раны 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка, слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну а тех, кто предали нас ныне, нас и все десантные войска, мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву войдем наверняка, как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка. Командир роты, вот, это единственный, то есть крайний офицер, кто остался жить в Фергане в настоящее время. Напомню, что это 345-й полк пришел из Ферганы. Вы там слушаете. Может, кто-то скажете? А что вам сказать? Ну ладно, потом тогда скажем. Так, вот скоро у нас будет выступать Морозов, у меня уже осталось несколько песен, да? А я сейчас хочу спеть песню, которая посвящена Игорю Морозову. Вот тоже странное дело, да? Основоположники афганской песни стали, в общем-то, рядовые бойцы советской армии и офицеры КГБ. Да, да, вот так вот. А профессионально осталось песни Юры Кирсанова, тоже КГБшник, Игоря Морозова, КГБшник, извините, Верстакова, хотя я служил в советской армии. Вот. Но что интересно, вот мы, например, трое все с 51-го года, и что-то нас все связывает. Ну, короче, я хочу спеть песню, посвященную Игорю Морозову. Называется «Она была, не была». Довольно новая песня, я еще не очень знаю. Мы еще вспоминаем афганские горы, мы еще не забыли ущелье Чечни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские скудные дни. Но уже не про них мы ведем разговоры, доживая солдатские
скудные дни. Помнишь домик с крыльцом, помнишь тихую речку, помнишь девочку ту, с кем сидел у костра. Это было давно, это будет навечно. С этим нам расставаться еще не пора. Это было давно, это будет навечно. С этим нам расставаться еще не пора. Автомат и гитара до срока укрыты от наветов чужих и от глаз неродных. Мы остались в живых не для славы и быта, ради первой любви. Мы остались в живых, мы остались в живых, не для славы и быта, ради первой любви. Мы остались в живых, еще ради той, не застигнутой нами, величайшей всемирной отцовской войны. А с гражданской второй сладим как-нибудь сами. Ну а горные трети нам уже не важны. Мы с гражданской второй сладим как-нибудь сами. Ну а горные трети нам уже не важны. Пусть девчоночка та стала женщиной старой, и костер прогорел, и река заросла. Есть у нас на двоих автоматы и гитара, и война за окном, и была не была. Есть у нас на двоих автоматы и гитара, и война за окном.